Здравствуйте. Ну, начали вы с поражения, но с очень сильной командой. Немного уступили. Какие ощущения после матча? Ощущения вообще отличные. На самом деле, уже второй сезон подряд начинаем с сильной команды. Вот, но я увидел все наши проблемы и могу сказать, что потенциал у команды огромный. Против чемпионов предыдущей группы прошлого года, я считаю, что мы очень достойно сыграли. Удачи на играх. Спасибо большое.